директор ДПСшного водительского шага. Здравствуйте. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор ДПСшного водительского шага. Из Тюреня. Это все, что ли? А причина, цель, ну что-нибудь такое скажите? Или... Вы же молодой сотрудник. Не вот старый, которому уже все равно. Вы же должны помнить, вас же обучали недавно. Что причина и цель. 45-й пункт 664-го приказа. Проверка документов. Так. А цель? Нет, цель. Проверка документов. А причина какая? Основание, наверное, хотели сказать. Ну да, или так, да. Основание. Да. Какое? Основание в рамках проведения оперативно-профилактической операции. Ребенок, пассажир, пешеход, так. Допустим, проводимый на территории Раменского района. Ну то все, неужели так сложно? Никак нет. Ну не так в чем тогда дело-то, господи? Вы заметили, что у меня ни пассажира, ни ребенка, ни пешехода, ничего не присутствовало? К сожалению, вот я вам открою. Вот сейчас вот могу я убедиться в этом, да? Когда мне просматриваются задние. Еще нужны мои документы? Ну, хуй раз остановил-то. А, ну если. Конечно то... же. Давайте тогда знакомиться с ваших начнем. Что? Давайте знакомиться, говорю, с ваших начнем. Да, 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 конечно. Да. То как-то так просто. Не говорите. Остановил и как неуважение к вам. Не, ну почему? А я уж думал, что случилось. А оказывается, просто так. Случиться-то оно может. Может и водительское удостоверение просроченного водителя, правильно? Денис Евгеньевич, все, вопросов нет. Пожалуйста. Страховка нужна? Электронная? Страховка не нужна. Не нужна? Ну, хоть кому-то, слава богу. Счастливого пути. Все. И вам удачной службы. Спасибо. К сожалению, все приходится вытягивать клещами даже у молодых сотрудников. Даже у молодых. Взяли и сбежали. А теперь еще рассуждают о том, надо или